Детская футбольная команда из Якутска «Виктория» вошла в шестерку сильнейших в мире. Турнир прошел в Китае. Якутская команда заняла 5-е место, однако тренеры и сами юные футболисты признаются, что могли бы выступить лучше, если бы не нехватка игровой практики. Что же мешает нашим футболистам выйти на мировой уровень, выясняла Саргылана Захарова. Саша Соловьев занимается футболом уже 3 года. Несмотря на то, что его отец предвидел для сына карьеру дзюдоиста, командный вид спорта больше привлек мальчика. Мне нравился очень сильно футбол. Он как-то все бегать, это все мне нравится, мячик пинать. И я проявил инициативу и сказал папе, уведи меня на футбол. В чемпионате мира якутские футболисты приняли участие впервые, и войти в шестерку сильнейших – большое достижение. Юные спортсмены показали отличную игру на поле наравне с ведущими командами России, Бразилии, Испании и многими другими, в состав которых входят молодые футболисты, имеющие контракты с известными футбольными клубами. Однако, как подчеркивает тренер команды, да и сами спортсмены, неопытность в участии в таких крупных турнирах дала о себе знать. Мешает то, что недостаточно финансирования. Выезжаем в основном за свой счет, за счет родителей, иногда помогают спонсоры. Приходят приглашения в середине учебного года, например, с какого-нибудь города или еще что-нибудь. И это соревнование не внесено в календарный план соревнований. Из-за этого, получается, в бюджет деньги не докладывают, не закладывают на поездку. Наверное, в этом кроется причина. Сейчас ездил в основном 2004 год, а это дети, которые будут играть на 7-х играх Дети Азии, которые будут проходить в Монголии. И чтобы качественно подготовить команду, нужно уже сейчас, за 4 года, надо начинать уже серьезно ездить по различным турнирам. Но несмотря на трудности, молодые спортсмены надеются, что в будущем на футбол обратят больше внимания, и члены футбольных команд Якутска будут защищать честь страны на мировой арене. Больше всего, конечно, я хочу стать футболистом профессиональным, играть в хорошем клубе, за сборную России, за футбольный клуб ЦСКА, потому что он больше мне нравится. Саргылана Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.